море плаванием в соответствии своей гробнице тоже во форме корабля, лодки, то есть ту форму, которую они знали, в такой форме делали. И здесь вот, здесь люди, туризм. Видите, разные рестораны, очень много здесь даже на личных яхтах причаливают, рыболовством, вот видите, вот мужчина там отдыхает сейчас, ну, рыболовством занимается. Пансионы здесь есть, кстати, проживание в этих пансионах, как в Анталии.